Почти 650 тысяч выпускников 11 классов сегодня напишут итоговое сочинение. Оно обязательное для допуска к ЕГЭ. Работы проверяются по системе зачет-не зачет. Хорошее сочинение может позже дать дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Темы выпускники узнают за 15 минут до экзамена. Общие направления уже известны. В этом году это верность и измена, равнодушие и отзывчивость, цели и средства, смелость и трусость, человек и общество.